Мой город у моря. Приветствую, ребята. Мы сейчас находимся на моем озере. Покажи, какой он размером. Все думали, почему не клюет рыба здесь. А сегодня стали смотреть и обнаружили, что здесь много плавает вот такой рыбы. Вот сейчас первую достали, смотрите. Это малек змей башки. То есть их тут прям тонны. Потом сейчас попробую вам заснять этот момент, когда они тонны сюда подходят. Очень прям много. Мы сейчас попробуем вытащить большую, если получится. Если есть маленький, значит есть и большая где-то. Где-то там на глубине. Ну все, в тени. Я попробую сейчас прокидывать цирликами. Либо на червя. На червя клюет мелкий. Ну все, погнали рыбачить. Ребят, не знаю, будет видно или нет. Здесь их целая стая стоит. Плавают. Вот здесь тоже. Офигеть, сколько их тут. Но они сюда подходят, не знаю почему. Кто знает, объясните. Потому что я знаю, что крупняк где-то есть, раз есть мелочь. Озеро закрытое, оно не должен никуда убежать. Надо только поймать. Снимаешь? Угу. Просто вот так на крючок нацепили хвост, чтобы крючок немножко торчал. Если он возьмет, а он его проглотит, тогда полностью зацепится за крючок. Вон, смотрите, их уже здесь сколько. Все, змей башка. Ну, змей башкой ее не назовешь, но змей головчики можно назвать. Средняя проводка. Спиннинг и фидер у меня забрали, потому что молодежи очень много раздал все. Сам рыбачу на удочку проводкой. Ай, капец. Вот хищники, да? Все, что движется, то съедают. Тихо. Блин, еще зубастый. Ну, ее крот закрыл. Ну, зубы, смотри, какие. И это, блин, еще малыш. Давай сюда. Цени твое. Что за фигня? У него там все в зубах, что ли? Сложно вытаскивать. Там уже ребята натаскали больших уже змей голов. Короче, он прям его проглотил. Дай сюда, нафиг. Вот козел, да? Блин, крючок забрал. А рыбу теперь как забрать? А, все. Побежала, побежала, смотри. Побежала. Вот так змей голов бегает по земле. Давай. Видите, бегает. До 60 метров может проходить за день. Ну, это взрослые особи. Вон сколько. Какие огромные есть. Были вообще прям здоровые. Такая голова. Просто у нас снасти не подготовлены для этого. Конечно, не смогли его вытащить. Обидно. Но мелочи тут, вон, видите, сколько. Сейчас придется назад пускать. Будет дальше на все долбить. Все заросло тиной, потому что всю мирную рыбу этот змееголов перебил. И мирная рыба не может кушать траву. Скоро запущу сюда сазана и белого амура. И пускай они жрут всю эту траву. Смотрите, он все в тени. Ну все, выпускаем назад.
Капец красивый. Вот это самый здоровый. Все, ну, ребята. Ну, интересно, да? Сами ползают. Знают еще, где вода находится. Интересно. Ha ha ha.